Идет снежок. Время 7:45 утра. 10 апреля 2014 год. Рыбаки собрались на рыбалку. Блин, знаешь, что интересно? Смотри, вот ты идешь с удочки, а я бутерброд делал с червячками, с хлебушком. В кадре мы видим вчерашнюю рыбу, Коля, оставили промораживаться. Коля, а можно я в твоей лунке 10 минут первую порыбачу? Нет. У нас хлеба а нет. А почему, Коля? Хлеб мы не ловим. Ее первую надо откопать. Ты же ее первый всегда откапывал, да, Вов? Да. Мою лунку все сушит. Завалило за ночь снегом наши лунки. Шумовку показать, какая у нас? Да, хорошая. Вот это наледь называется. То есть лед, сверху вода. Воды сантиметров 30-35. Когда лунку делали, это была каша сначала. Потом вода прибыла и снег растворила вообще окончательно. Получился аквариум. Первый выпускает в лунку мормышку с короедом. Не, с этой. Креветкой. Море озеро соединяется с морем через протоку, поэтому мы сделали предположение, что ленок тут знает, что такое креветка, и она сработала. Опа! Еще один копает. Коля, можно я 10 минут на твоей лунке порыбачу? Коля, можно я куплю твою лунку? Хотел сказать Вова. Помочь, Коля? Нет. Опа, опа. Первый пошел. Сережа, прямой эфир. Можно я пойду порыбачу? Сережа, можно я пойду порыбачу? Нет, Вова. Ну, лопата занята. Ну, подожди, давай лопата здесь. Лопата свободна. Пусть наши лунки под парами. Вова хочет на наши лунки уйти. А дайте мне кузнечика. Сколько лун... Сережа, ну можно небольшой. Я почищу лунки? Я небольшой? Небольшой? Эдик, сколько? Чтоб весы не доставать, Эдик. Кило 100, кило 200. Да ну как кило 100, что? Ну, кило 800. Полтора. Кило 800. 2-0. Кило 800, я сказал. Ты сказал полтора потом. Я смотрю, ошибся. 2-0-5? 2-0. Костя кузнечика? Да. На одном крючке креветочка или что там? Да. На другом кузнечик. Есть, есть. Ну вот с утра рыбалка всегда хорошо. Идет снежок. Самый мелкий за вчерашний день у нас такой был. Около килограмма. Эдик, сколько? Килограммчик, кило 100. Эдик, на нижний и верхний. Так, тихо, тихо, дади, Эдик, с кадра. Не крупно. Блядь, не доставать, это крупно, это ленок. Костя, Костя, Костя. Костя Лефук. И Коля Лефук. Вот он с барбушкой плавает. Костя, он где, в аквариуме плавает? Я тоже? Да. Кузнечика сошел. Он куда, в аквариуме плавает. С кузнечика, да? С кузнечика, да. Ну вот. Что-то нет. Только не помогайте. Иди, чушь. Нет. Ну неси его сюда, ну. Достаточно, достаточно. Ну ты доволен, Коля? Что ты мне 5 минут дал еще посидеть? Вот он.
Кекс сработал. Сработал кекса-кузнечик. Помочь бы тебе? Ой, сошел. Вот кузнечик внизу висел. Видел, я делал? Не, ну что, вот, смысл нам врать? Познакомимся. Эдуард, смотреть в камеру. Эдуард, город Уссурийск. На нашем форуме Эдвард. Владимир, город Красноярск. На нашем форуме мы. Денис, Арсений. На форуме Лифу Джедени. Николай, находка, на нашем форуме всеядный, теперь ник у него, он может только его выговорить. Я сам иногда не могу. Явный колч. Константин Золотарев, город Владивосток, кекс на нашем форуме, просто кекс. Кекс навсегда. Ну, и руководитель нашего проекта. Сережа, давай я проекта скажу, редких хутырков. Самый главный. Адмирал Сергей Митягин. Митягин. Иногда Мутягин. Иногда Умнягин. У Анатолия Ивановича погоняло Умнягин. Сергей Уссурийск. Город Уссурийск. Сергей Митягин. Пошел с Вовкой рыбачить до нашей лунки.